Поклонники хоккея счастливыми покидали Татнефть-арену. В матче открытия Акбарс разгромил Северсталь, зарядив фанатов хорошим настроением на старте сезона. Ключевые события этого поединка разворачивались в первом тайме. Сначала Обухов открыл лицевой счет команды, а затем и Капанин вписал фамилию в протокол. Гол Столивара Киселевича не испортил настроение поклонникам хоккея, ведь до перерыва барсы еще дважды зажгли красный фонарь. 4-1 по истечению 20 минутки. Голевую феерию стартового отрезка во втором сменило голевое затишье. Две разящие атаки соперники оставили напоследок. На выпад Рязанцева казанцы ответили двухходовкой с голубем в завершении. 5-2 – итоговые цифры на табло. Мы когда вышли, столько там, все зрители кричат, там все как бы, и я думаю, нам еще это помогло очень сильно, что как бы мы вошли в ритм и начали хорошо, забили там сразу быстрые голы, как бы, и потом пошло. Порадовали поклонников и хоккеисты «Нефтехимика». На своем льду дружина Голубовича с сухим счетом разгромила «Минское Динамо» 3-0. А вот футбольные одноклубники из Нижнекамска не воспользовались фактором своего поля. Команда гостеприимно проводила в Подмосковье «Химки», пополнив багаж соперника 3 очками. Счет матча 1-2. Не в пользу татарстанцев. Отметим, что это первое домашнее поражение клуба за 2 года. «Зенит» сделал первый шаг к волейбольному Кубку России. 4 партий хватило Владимиру Олекно и его олимпийским чемпионам, чтобы взять штурмом в Нижнем Новгороде местную губернию. Сегодня казанцы померятся силами с Кузбассом из Кемерово. Александр Бухаров может вернуться в «Рубин». Об этом форвард оповестил болельщиков через страницу в социальной сети. Напомню, что трансферное окно в России закрывается сегодня, так что официальное подтверждение сделки можно ждать в течение нескольких часов. Роман Шапшинский, Айдар Кунафин, «Вести Татарстан».